Полуостров Крым. Город Судак. Туристический центр, который уютно расположился в живописной Судакской долине одноименной Черноморской бухты. Море здесь чистое и прозрачное. Купальный сезон самый продолжительный в Крыму – 138 дней. На берегу моря, у стен величественной Судакской крепости, находится деловой и культурный центр – престижная здравница, которая принимает своих гостей круглый год – туристско-оздоровительный комплекс «Судак». Парк-памятник садово-паркового искусства, в прохладной тени которого расположились 12 корпусов ТОК «Судак», занимает огромную площадь – более 17 гектаров. В этом своеобразном ботаническом саду собрана коллекция из 100 видов растений, многие из которых редкие, эндемичные, занесенные в Красную книгу. На фоне скульптуры «Похищение Европы» все обязательно фотографируются на память. В укромных уголках парка приятно скрыться от палящего солнца, а вечером, совершая променад, можно гулять по кипарисовой, сосновой, кедровой, каштановой аллее. Декоративные бассейны и ландшафтные ансамбли – это ли не единение с природой, о котором мечтает каждый? И над всем этим великолепием высится Генуэзская крепость, фантастически вписавшаяся в местный пейзаж и придающая ему неповторимое очарование. 12 корпусов комплекса одновременно могут принять более 1200 отдыхающих. Комфортабельные условия созданы в номерах различных категорий. Светлые, стильные, соответствующие современным стандартам номера от одноместного до люкса, оборудованы всем необходимым для удобства. Красивейшие панорамные виды на море и горы, открывающиеся с балконов, создают атмосферу постоянного присутствия на лоне природы. Трехразовое питание входит в стоимость путевки. При этом меню можно подобрать в соответствии с предписанной вам диетой. В дополнительной сети кафе и ресторанов можно приятно провести вечер, наслаждаясь блюдами европейской кухни и кулинарными шедеврами с национальным колоритом. Главное событие для отдыхающего – встреча с морем. Собственные кварцевые песчано-галечные пляжи ТОК «Судак», протянувшиеся на 550 метров и оборудованные шезлонгами, зонтами, теневыми навесами, душами, славятся чистой морской водой. Дно моря песчаное, мягкое, постепенно понижающееся. Прогревается море рано и долго хранит тепло. Купальный сезон длится обычно с июня по октябрь. Лечебные свойства морской воды в сочетании с солнечными лучами неоспоримы. Но для полноценного отдыха и восстановления сил необходимы более действенные средства. Медицинский профиль здравницы – заболевания органов дыхания, кожи, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. В курсе лечебных процедур применяется единственная в Крыму уникальная минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника, обладающая богатым многовекторным спектром терапевтического воздействия. Она рекомендуется как для питьевого лечения, так и для наружного применения в виде лечебных ванн. Опытные врачи медицинского центра составляют оздоровительные процедуры из числа разнообразных медицинских услуг. К примеру, отдохнуть душой и телом можно, расслабившись на приеме у массажиста. Пребывание в соляной комнате поможет достигнуть положительного результата при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, окажет благоприятное воздействие на ваше психологическое и эмоциональное состояние. В ТОК «Судак» созданы все условия для конгрессного и событийного туризма. Оборудованные конференц-залы готовы принимать конференции, семинары, симпозиумы, чемпионаты и фестивали любого уровня. Главная отличительная черта проведения мероприятий в ТОК «Судак» – это профессиональный подход к созданию как деловой, так и праздничной атмосферы. Отдых в ТОК «Судак» насыщенный и разнообразный. Любители активного образа жизни занимаются в тренажерном зале, на теннисных кортах, играют в волейбол, катаются на катамаранах, в прохладное время делают заплывы в бассейне с морской водой, парятся в сауне. Интеллектуалы посещают музей и библиотеку. Летняя концертная афиша пестрит именами звезд российской эстрады. Желающие наяву полистать страницы истории благословенной Тавриды, пройти горными тропами или спуститься в фантастически красивые пещеры, продегустировать уникальные крымские вина, отправляются на экскурсии.
то риско-оздоровительный комплекс «Судак» – это замечательный отдых в комфортных условиях. Качественное питание, оздоровление с помощью классических и современных средств медицинской реабилитации. Это прекрасное место для проведения конференций и фестивалей. Это чистое море, удобный пляж, экскурсионные и анимационные программы. Это яркие впечатления на всю жизнь.